Политик перешел в бизнес. Адиб Абрегов назначен заместителем гендиректора компании «Газпром Межрегионгаз Пятигорск». Он будет курировать работы с социально значимой категорией потребителей, говорится в сообщении на сайте компании. До нынешнего назначения Адиб Абрегов работал первым заместителем постоянного представителя КБР при президенте России, ранее возглавлял Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также занимал должность первого вице-премьера в правительстве Кабардино-Балкарии.